Вівторок, 5 лютого на календарях. Ранок на М-студіо триває. Як ми сьогодні говорили неодноразово, День безпеки в інтернеті відзначається сьогодні у світі. І також будемо про це говорити з нашою сьогоднішньою гостею Валерія Тайс, психолог, вже в нашій студії. Доброго ранку. Вітаємо Доброго вас. Утра. Ну і все ж таки, чи треба захищати наших дітей в інтернеті? Звісно, нам потрібно їх захищати, але для початку ми повинні розуміти, які це загрози і захищати від чого. И, ну, в первую очередь, это когда ребенок заходит в интернет неконтролируемо, да, без какого-то контроля со стороны родителей, он может выдавать какие-то личные данные. Это одна из угроз в интернете, это когда он может выдать свои личные данные, адрес, где он учится, в какой школе, он может выдать данные родителей, там, номер карточки там, и так далее. Вот вторая сразу же угроза вытекает отсюда, то... деньги, например, многие бесплатные сайты про игры какие-то, они требуют у детей какого-то счета при выходе на другой уровень игры. И младшие дети даже про это не знают. То есть если старшим еще, ну, там, с 15-16 лет, да, как-то под разрешением родителей можно допускать такие варианты, то младшие дети могут бесконтрольно играя, и родители просто окажутся с пустыми карточками, не зная про это. Ну, буває і інша загроза, тобто не лише матеріальна, а іноді, от коли да. дитина опиняється у загрозі для життя, для безпеки. Да. Ну, это вот про личные данные, про какие-то развлечения, есть противозаконный контент, то есть есть какие-то противозаконные сайты, которые запрещены, но они есть, да, и от них очень тяжело избавляться, и туда ребенок может зайти, сам не зная про то, что это противозаконно. Также нежелательная реклама, которая может развращать детей, какие-то разжигания расовых конфликтов, межрелигиозных, межнациональных и так далее. И ребенок, ну, так как он у него очень слабые психологические защиты, очень слабый самоконтроль, он может случайно, ну, как бы на эти вот уловки, да, ну, повестись. Це якось видно візуально, тобто батьки, от, наприклад, можуть звернути увагу, там дитина, здавалося б, у безпеці сидить у сусідній кімнаті, нічого поганого не робить. Можливо, якісь зміни є у поведінці, на що треба дивитися і обов'язково вживати якихось заходів. Ну, перше, звісно, це довіря між батьками і дитином. Якщо воно є, якщо батьки взагалі знають, які сайти посещає дитина, можуть подивитися вместе і так далі, да? То есть, ну, це вже більш контроль такой, да, дозірований. Если ребенок уже, его все настроение зависит от посещения интернета, то есть если ему запрещают, у него какие-то эмоциональные срывы могут быть, у него может быть манипуляции, я не пойду в школу или я там что-то делаю, там, да, то есть это уже тревожные звоночки, на которые очень, ну, стоит обратить внимание и уже поговорить, если не получается поговорить, выйти на доверие, уже может быть обратиться к специалисту и заняться этим вопросом уже, ну, лучше раньше, чем позже. А как реагировать взагалі? Тобто, от, ну, батьки помітили, вони визначили, можливо, дитина спілкується з якоюсь небезпечною особою, або от вже бачить, що однозначно є якийсь вплив на дитину. Чи треба якось реагувати бурхливо? Чи от як виробляти оцю поведінку, щоб дитина собі не зашкодила в результаті? Ну, випадки бувають різні, або втекти, або різні оці ж самі маніпуляції. Знаете, мы как всегда, вот у нас такой менталитет интересный, что мы всегда обращаем внимание, когда это уже реально очень серьезная проблема. И я все-таки за профилактику. И смотрите, если уже есть проблема, значит, уже было недоверие, уже было одиночество ребенка, уже были какие-то... то есть настоящая реальность ребенка не устраивала, и поэтому он ушел в интернет. Он нашел там друзей, потому что не имел друзей, например, в реальной жизни. Он нашел там, например, в играх, что дети получают. То есть очень очень хорошо понимать потребности ребенка, почему он это делает. Если мы понимаем эти потребности, нам тогда проще с ним выйти на доверительный уровень, нам проще с ним найти ту ниточку, тот язык, который он поймет. А потребности — это потребность во внимании, в общении, чувство нужности. То есть ребенок понимает, что вот тем каким-то виртуальным друзьям, которые зачастую имеют какие-то свои корыстные интересы, да, им важнее ребенок, чем родителям, потому что родители заняты там или так далее. Если его не принимают в обществе, если у подростков, например, это сложный вопрос, и это очень важно для них быть значимым, быть принятым в свою группу, ну, как бы одноклассников, либо однолетков там. Если это не получается, то в игре он может это получить легко. Славу, признание, что ты герой, статус какого-то там, ну, суперзначимой личности. И, ну, к сожалению, это очень легко получить виртуально в интернете, и многие...
этим пользуются, потому что очень легко войти в эмоциональный контакт с ребенком, уговорить его встретиться, чтобы родители не знали, выйти на улицу, дать какие-то данные, вынести деньги и так далее. То довірливістю тут більше користування, да. Мене цікавить, чи як взагалі зробити так, аби просте користування інтернетом не переросло в інтернет-залежність. Знаємо сучасне покоління, яке сидить просто годинами перед комп'ютером. Чи от комп'ютер це має бути як заохочення за хорошу оцінку, або за якісь хороші справи, має бути по годині, по дві години в день. Чи потрібно це взагалі контролювати, сам процес сидіння за комп'ютером? Обов'язково треба контролювати. Друге діло, наскільки і яким образом. В контролі, ну, для ребенка, для того, щоб він взагалі психологічно хорошо розвивався, йому нужны рамки, йому нужны ограничения. Обов'язково. Це дає ребенку чувство защищенности, що родители можуть защитити його від каких-то угроз внешнего мира. І вот эти рамки хорошо бы, ну, выставлять вместе с ребенком, в диалоге. Ну, конечно, это зависит от возраста ребенка, но уже там с тех же 7, 8, 9 лет можно с ним обговорить такие вещи, что давай в интернете ты будешь только на скачанных играх, а не онлайн, да, либо, например, онлайн уже постарше можно разрешить. Обязательно, чтобы компьютер, через который, либо телефон, планшет, там, смартфон, через который выходит в интернет, был в комнате взрослых. То есть, чтобы не было такого, ребенок ушел и, ну, абсолютно неконтролируемо там что-то делает. Чтобы родители могли всегда заглянуть, всегда посмотреть. Ну, то же самое, есть очень много технических способов защиты, да, когда блокируются какие-то незаконные сайты, какие-то порно-сайты или еще какие-то развращающие детей. И родители могут с помощью браузеров, там, настройков и так далее, как-то это дело контролировать. Но в то же время обязательно вырабатывать у детей самоконтроль. Потому что, да, мы можем до 18 лет их жестко контролировать, не выдавать им интернет, там, оберегать их, не пускать их в магазин в тот же, да, или и так далее. Но правда в том, что они все равно рано или поздно выйдут в мир. І от наша задача як родителі, щоб вони вийшли в цей мир готові. Соцмережі. От я хотіла запитати, чи є, можливо, якийсь фіксований вік, коли дітей туди допускати? Тому що от я дивлюся, вже 5-річні, 6-річні діти активно спілкуються в соцмережах, і мене це, ну, не стільки лякає, скільки, ну, десь викликає усмішку, посмішку, тому що, ну, ми, звичайно, десь в силу часу свого не могли сидіти у соцмережах. І все ж таки, чи варто десь якось контролювати от це спілкування і взагалі реєстрацію у соцмережах? Ну, соцсети вообще они изначально это было общение для взрослых, да, и как вы знаете, листая ленту там Фейсбука либо Инстаграма, что в основном все шутки, все какие-то там фразы это рассчитано на взрослых. И поэтому, ну, как бы нежелательно, ну, когда у нас взрослый считается ребенок, с 16 лет, теперь уже с 14, да, как бы при повышенной осознанности ребенка. Но думаю, раньше этого возраста вряд ли нужно детям, ну, как бы создавать странички. Но в то же время, чтобы это не был жесткий контроль, а чтобы это больше было доверие, чтобы ребенок понимал с помощью родителей, что это не нужно. У меня, например, сыну 11 лет, и он хотел очень страничку в Инстаграме. Мы с ним вместе ее сделали, мы зарегистрировались, но я ему как бы озвучила все угрозы, которые там могут быть, мы удалили личную информацию, мы не выставляли фотографии, да, просто он там хотел. И через какое-то время он сам удалил эту страничку. Он то сказал, ему не сказал, что... Не, он сказал, что это слишком много надо контроля, он хочет общаться доверительно, поэтому они в Вайбере создали со своими друзьями, одноклассниками группу, и там они безопасно могут общаться, высылать какие-то фотографии свои и так далее. Чудово. Насправді, також от мене цікавить, якщо одній дитині, до прикладу, дозволяють все, в той час ця дитина дружить з іншою, які це забороняють. Чи не буде вона якось себе там почувати не так? І як їй донести інформацію, що це не проблема, просто... От, так правильніше, напевно, буде. Ну, для меня это вопрос безопасности. И я как бы своим детям, я объясняю это так, что я как родитель имею какие-то определенные обязанности. Да, я хочу вас защитить. Но и в то же время я хочу, чтобы вы понимали эти угрозы и могли сами себя защитить. И поэтому, ну, как бы... Ну, например, как родитель я не входила в такой вопрос, что у меня дети сопротивлялись. Вот как психолог, да, случалось с такими случаями, но опять-таки это когда были, когда детям все позволяли, 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 в какой-то момент взяли и так резко на контроль.
И, конечно, дети тогда с непривычки, они возмущаются, они сопротивляются, и, ну, мне кажется, это все равно на доверии строится, потом на безопасности. Если ребенок понимает, что переходить на красный свет улицы опасно, это же не ограничение его свободы, это, ну, вопрос жизни, сохранения жизни, да. И то же самое, есть какие-то правила в интернете, которые дети должны знать, которые родители прежде всего должны знать, и которые родители должны проговаривать своим детям, и чтобы они это понимали как просто меры безопасности, пока они не вырастут. Наскільки, наприклад, батьків для дітей у цьому плані визначальний? Тобто, ну, є, правда, англійська така приказка, не виховуйте себе, не виховуйте дітей, виховуйте себе. От наскільки важливо дітям, там, ну, мама забороняє користуватися соцмережами, але сама активний користувач, тобто, наскільки дитина буде їй довіряти? Конечно, 100% это пример родителей, но в то же время важно указывать, что, конечно, безусловно, если мы сидим, да, то и дети видят, что если мама расстроена и взяла Facebook, то понятно, что когда у них какие-то эмоциональные перепады, они тоже ищут утешение в интернете. Здесь важно пояснить, что дети и взрослые – это все-таки не одно и то же самое, во-первых. Во-вторых, ну, прежде всего, конечно, самой смотреть, как мы с этим справляемся. Взрослые не уделяют этому много времени, либо уделять, когда эти дети не видят, когда они спят, там, да, например, или в какие-то такие моменты, чтобы не быть для них плохим примером. Но в то же время я говорю так, по мере взросления у нас появляются права, но у нас появляются обязанности. И если ребенок считается достаточно взрослым, чтобы какое-то определенное время проводить в интернете, там, ну, без повышенного контроля, то тогда он будет и достаточно взрослый для того, чтобы взять на себя какие-то очень взрослые обязанности по дому и так далее. И, ну, это очень уравнивает соотношение, и тогда дети понимают, что, может быть, они не настолько взрослые еще. Стосовно впливу, саме от впливу якогось маніпуляції, коли дітям різко ставлять рамки, як ви казали, дітям обмежують, а діти кажуть, ну, наприклад, ти мені там не даєш сидіти в інтернеті, я не буду це робити, їсти, прибирати, не знаю, що ще там, чи варто батькам піддаватися от на ці слова? Нет, манипуляции, это, конечно, все дети у нас мастера манипуляции, родителями, это точно, это факт. Но, знаете, для ребенка важно, чтобы родители были эмоционально стабильны. И вот когда ребенок истерит, это касается, ну, не только интернета, это всего, когда он истерит, чего-то требует, хочу, хочу, потом он не будет, потом он манипулирует, что, а я тебе завтра там что-то сделаю и так далее, то тут есть такая очень хорошая стратегия, что не отталкивать ребенка, сохранять эмоциональный контакт, но не вестись на манипуляции. И это достаточно тяжело, потому что нам тоже со своими эмоциями надо еще уметь справляться, да? Но это именно то, что нужно детям. Базовое чувство безопасности, базовое чувство в том, что родители уверены, твердо уверены в своей позиции, они не агрессивны, они не пугающие, они не страшны, но они твердо уверены, и они, их не переубедить. Угу. То есть сколько бы я там ни поплакал, ну, этого не будет. Ох, научитесь, вы знаете, и в дорослому житті навестися маніпуляції, і все би було добре. Ми говоримо сьогодні про День захисту і в інтернеті, до речі, присвятили от розмову із психологом Валерією Тайс якраз цій темі, чи важливо захищати дітей у всесвітній павутині, і визначили, що все ж таки важливо. Так, ми дякуємо вам за розмову. Спасибо. Можливо, ще наостанок якісь рекомендації для батьків, для дітей? Прежде всего, доверие. Любите своих детей, доверяйте друг другу. И, конечно, родительство – это всегда какой-то труд и внимание. Уделяйте этому время. Дякуємо вам величезно. Нагадую нашим глядачам, Валерія Тайс, психолог, була сьогодні у нас в гостях. Прощаємося з нею, але не прощаємося з вами. Не перемикайтесь.